Всем привет! Сейчас зачитаю письмо от подписчицы и ответим на ее вопросы. Добрый день, уважаемая Галина. С удовольствием смотрю ваш блог. Много новой информации с места событий от первого лица. Для других барышень это необходимая психологическая помощь. Огромное спасибо вам за замечательный рассказ. Да, пожалуйста. У меня есть к вам небольшой вопрос. Мне очень интересно ваше мнение. Я не буду утомлять вас излишними подробностями. Вкратце, все выглядит так. Я познакомилась с турецким мужчиной. Он живет и работает в третьей стране. Все хорошо, достаточно правильно. Вменяем, старается построить отношения. Серьезно настроен, надежен. Видимся, встречаемся все время на связи. Предложение выйти замуж, помолвка уже в третьей стране нашей этой будет. Есть небольшие шероховатости, но это не глобально и абсолютно решаемо при разговоре и обсуждении. При построении отношений это же нормально. Ну да, я считаю тоже, да, любые притирки, вся эта история нормальная. Как говорится, все, что женщина допустила или разрешила по отношению к себе, так все и происходит. Никогда не терпеть недостойное поведение мужчины по отношению к себе для меня стало правилом после неудачного замужества. Я стараюсь построить хорошие, гармоничные отношения. С его стороны это стремление тоже присутствует. Но! И три восклицательных знака. Как обычно, это пресловутое «но». У его младшего брата была свадьба. Все было известно заранее. Я ждала приглашения. Это замечательная возможность, повод познакомиться с семьей. Посмотреть на все своими глазами. Почему бы и нет? Но приглашение я не получила. Он уехал один. Пропал на несколько дней. Надо заниматься гостями было ему. Я высказала, что мне не нравится такое отношение ко мне. Совершенно верно. Я оскорблена и обижена на его поведение. Да, я очень обиделась. Я не могу ничего с этим поделать. Проясните мне ситуацию, если это возможно. Он стесняется меня? За этим что-то кроется? Ваше мнение, как быть в такой ситуации? Давайте сначала про вас. Как быть в такой ситуации? Вы уже правильно поступаете на правильном пути. Молодец, что делаете выводы из своих прошлых, скажем так, ошибок. Прошлого брака. Надо все проговаривать. Не нравится, говорю сразу. А все, что происходит, значит, я сама виновата. Отчасти, да, допустила к себе такое отношение. Все, в строчку все верно. Вы большая молодец, что не постеснялись. И как-то не засмущались. И не побоялись даже, да, этого слова потерять, этого мужчину. Высказать свое фи. И сказать, что мне это не понравилось. И меня обидело, оскорбило и так далее. Вы на это полное право имеете. Вы молодец. Мне интересно, что он ответил. Здесь особо-то реакции его не было на это. Мне очень интересно, какими словами бы он парировал, объяснял, что вообще произошло, да, почему мне не было этого приглашения. Именно поподробнее, чтобы вот этот разжевал-то мотивацию эту непонятную с точки зрения родни. Все-все правильно. А сейчас я вам дам две наметки. Первое. А что мне делать, если подобная какая-то ситуация повторится? Готова ли я это всегда терпеть, или я готова с ним расстаться? Насколько мне ценен этот человек? Хоть там уже до помолвки дошло, там уже в третьей стране вы написали, или она планируется, или будет, да? Вот-вот уже. И второй пунктик. Вот эта ситуация с тем, что меня не пригласили, на самом деле, что сделали? Меня сделали несуществующей, незначимой, проехались таким образом по моей самооценке. Я почувствовала... что я, скажем так, не в семье, не то чтобы не принято, да, что как будто типа меня нет. Я пустое место. Вот это ощущение, что меня нет. Нет моей значимости. И вот эта эмоция, проблема не в мужчине и не в этой ситуации, а в том, что эта ситуация окунула вас, отправила в прошлое, когда вы когда-то в своей жизни испытывали такие эмоции. А когда-то, давно, или в прошлых отношениях, это может быть разный период расстояния временное, но когда-то в своей жизни вы уже это чувствовали. Попробуйте вспомнить вот эти ощущения, пережить их опять, повспоминать, что я чувствую, когда я узнала, что меня не приглашают, что мне вот это словами именно опишите эти эмоции, это не просто обида, что-то за этим вот ощущение, что меня там не, я незначима, меня типа нет, я невидимка и так далее. Прям можете на бумажку для себя выписать эти эмоции, какие вы испытывали вот в этом конфликте, в этой ситуации с мужчиной. И потом просто абстрагироваться, про него забыть и сфокусироваться на этих эмоциях. И подумать, а когда я все эти же самые эмоции, вот так вот скопом, переживала в своей жизни, 100% есть момент, может, вы не сразу вспомните. Но, может быть, эмоция за эмоцией потихоньку выудите, выйдете на весь спектр этих эмоций. Когда я это же самое переживала? А когда у меня было то же самое? Когда я почувствовала себя незначимой, что меня нет, что со мной не считаются или с моим мнением. Какая была это какая-то конкретная ситуация, какой-то конкретный человек? Или это было систематически, либо однократно?
И вот для вас в этом случае, если вы самоанализом хотите покопаться на будущее, уроки какие-то, да, себя вынести, это говорит о том, что вот эти эмоции, мужчина вас откинул это эмоционально, триггернул вас в прошлое, тогда этот конфликт с тем человеком в первый раз был не решен, не закрыт. И на самом деле подсознательно вас это всегда все эти годы тяготило, вы от этого, возможно, бежали даже и скрывались, старались это, может быть, не замечать или не придавать этим эмоциям значения. Но сейчас просто произошла такая же ситуация, которая была когда-то, и которую вы когда-то не пережили, окончательно не переработали. И будет другой мужчина, другие ситуации, но вот этот набор эмоций, он может опять повториться, вы опять себя будете плохо чувствовать. И вам что, получается, от каждого мужчины бежать в своей жизни, кто или человека, который дает такое ощущение? Скорее всего, нет. Скажем так, этот гештальт надо закончить каким-то образом, посмотреть ситуацию, не знаю, если это возможно, высказать этому человеку. Нет возможности, напишите ему письмо, блин, вот у меня претензия, ты там тогда-то вот этому прошлому. С ним надо разобраться. Если мы берем вопрос, ко мне поставленный, как мужчина турок, что это значит, да, его поведение, что мне вообще с этим делать, как в контексте его национальности. Да, знакомство с семьей, именно вы можете быть представлены родителям, братьям, сестрам, побовка, еще что-то может быть, как там, мамнике, но... Раз вот эта массовая тусовка типа свадьбы, сюнет, день рождения чьей-то семьи отмечают, прям массовая. Свадьба вообще одно из сюнет, это два самых топовых события. И похороны еще, уже потом попозже. Не день рождения, а похороны в топе здесь, да, массовости такое. Очень важно, что меня с собой берут. Я могу быть представлена всей семье, но если меня не взяли на массовое... У меня для вас такой прогноз есть. Я предположу вариант, вы можете отсечь, дай бог, они у вас не подойдут. Первое. Он меня сам стесняется, еще не определился со своим выбором, хотя, например, мне говорит о том, что все в порядке, все на мази, у нас будет скоро там вот помолвка. Второе. Кто-то не одобряет в семье его выбор, папа, мама, там еще тетя какая-нибудь, важный, весомый человек, который высказывает свою фи. Он вроде бы уже сам принял решение насчет вас, он вас выбрал, но он не хочет лишний раз мозолить глаза, выслушивать какие-то истории, претензии, или чтобы вас там разглядывали, чем-то пытались спровоцировать вот этот человек, который к вам, кто-то в семье к вам негативно настроен. И чтобы не раздражать и не создавать конфликтных ситуаций, вас не пригласили, он именно, может быть, приглашение было на ваше имя тоже, но он был не стал вас брать с собой, чтобы не было конфликта. Но опять же, говорит его не стойкой вот этой позиции, то есть это мой выбор, я его отстаиваю, все, да мне наплевать, кто как будет рисковать. По сути, должно быть так. А если еще пунктик не очень приятный, что действительно в семье не хотят считаться с его выбором и посчитали тем, что у вас вроде скоро помолвка будет, а на свадьбу вас не пригласили. То есть вашей значимости в этой семье для них, они вас не расценивают или не хотят видеть, или не видят ее невесткой, претенденткой этой. Это либо вы им не понравились, либо он еще настойно вас так не представил им. Они очень мало вас знают, он очень вас скрывает, они как-то перманентно, они то есть не уверены в ваших позициях, что вы с ним навсегда условно планируете там замуж выходить. То есть вы уже основательно капитально. Они допускают возможность, что фигура его спутницы со временем может измениться, будет другая девушка на вашем месте. Поэтому не приглашают. А может, он передумает. А это еще может быть... То есть, ну, в любом случае, этот посыл семье дает этот мужчина ваш. Как вам они вас воспринимают, то, как он вас представляет. Если он будет ходить ныть маме, брату, сестре, там, папе, еще кому-то, ой, мы с девушкой ругаемся, а вот мы с ней там спорим, а она у меня такая, она у меня транжира, там, не знаю, она не хочет работать, или еще что-то, неважно. Естественно, у него будет такое мнение о вас, они вас будут воспринимать под вот этой призмой. Если мужчина ходит и рассказывает, ой, моя такая замечательная, у меня такая классная мама готовит, она такая молодец, мам, твои кофты, конечно, самые лучшие, но она тоже, знаешь, вот европейскую еду хорошо готовит, кухню, чего у нас, например, она умничка, мам, она носки там, не знаю, гладит там, и все такое прочее, да, то есть, мам, смотри, она себе не конкурирует, смотри, тоже я ее люблю, она каждой матери будет приятно, когда ее ребенка, какая бы у нее слепая материнская любовь ни была, ей все равно будет приятно, что о ребенке заботятся. Это совсем должно быть совсем ку-ку, сдвиг по фазе, неадекватная женщина, может быть, которая даже к этому будет капец как ревновать своего сына, и сыночечка, сынуля, оставайся со мной, никакой тебе замуж не нужен, ни жена тебе, точнее, не нужна, да, брак тебе не нужен, пусть всегда со мной, я тебе кофты жарить буду. Но это проблема этой женщины, да, то есть я беру в общей массе как более-менее адекватных людей. То есть
если даже в этой семье вас, к вам серьезно не относятся, не воспринимают как конкретную претендентку на свадьбу, на невестку, то это опять вопрос к вашему мужчине. В чем дело, блин? То, что вы высказали свое эмоциональное мнение, прям вы молодец, вы вообще умничка. Будет классным следующим шагом у него спросить: скажи мне причину, в чем дело? Объясни мне, они не хотели делать это приглашение, меня туда не вписали. Или ты сам отказался, чтобы я туда приезжала? Если они не вписали, то почему? А если ты отказался, то почему? В чем причина? То, что вы высказали, да, классно, но вы причину до сих пор не знаете. Вы у меня спрашиваете об этой причине, я его не знаю. И я не он, я не могу ответить на этот вопрос. То есть вопрос адресован не по адресу. Не мне он должен был прийти, а вашему мужчине. Покопайтесь чуть-чуть поглубже. Но поймите, что готовы ли вы услышать ответ? Я вижу здесь подоплеку некой все равно отчасти неуверенности вашего мужчины. Дело не вас, он вас, может, любит. Может, его он вообще не готов к браку в принципе. Он хочет, но у него уже свои страхи есть по поводу брака. Поэтому он автоматически, неосознанно такие действия всякие идиотские предпринимает. И, скажем так, делает вам больно сейчас, но на самом деле это его личный страх вообще на сближение, на отношения. Он ничего не верит, потому что он сколько помолвку, например, будет. Вот за этим вот это может быть. То есть причина не в вас, скорее всего, а причина в нем, в вашем мужчине. А для вас это звоночек, вы молодец, что не пропускаете его поведение, реакции. Девчонки, что вы напишите в комментариях, какой дадите совет, тем более вы опытные. Как вы считаете, как нужно поступить в этой ситуации, какая реакция должна быть у девушки, что дальше делать? Если вам нужна моя консультация как психолога, в инфобоксе это такое свернутое описание к видео, там написана моя почта, пожалуйста, присылайте тему письма «Консультация» или «История от анонима» для публикации видеоответа такого же видео, как сегодня прозвучало. Спасибо за ваши лайки, комментарии, скоро увидимся, всем пока!